В начале 1860-х годов, во время очередного сеанса копирования в Лувре, Дега познакомился с Эдуардом Мане. Эта встреча стала, пожалуй, одной из ключевых в судьбе молодого художника. Мане в ту пору уже был знаменит. Годом ранее две его картины «Портрет родителей» и «Испанский певец» приняли в салон, что считалось необыкновенным успехом для 20-летнего живописца. Между художниками завязалась крепкая дружба. Именно под мощным благотворным влиянием Мане Дега совершенно отказался от исторической тематики в своих работах, заменив реализм и статику академизма окружающей правдивостью. Безусловно, он всегда тяготел традиционной живописи и однажды признался, что его картины есть результат обдумывания и изучения старых мастеров. О вдохновении, непосредственности и темпераментности я ничего не знаю. Но как истинный француз, Дега страстно любил жизнь. Шумный и многолюдный Париж, поэтому так остро воспринял то новое, что принесло ему знакомство с Мане. В 1863 году случилось нечто невероятное. Официальный салон отверг большинство представленных картин. Однако в результате вмешательства императора Наполеона III для неугодных работ организовали отдельную выставку, названную «Салоном отверженных». Именно здесь Мане впервые продемонстрировал свой «Завтрак на траве». На переднем плане обнаженная женщина беспечно наслаждается пикником в компании двух одетых мужчин. После появления картины разразился громкий скандал. Наполеон III даже назвал ее неприличной. Критики в один голос заявили, что художник изобразил сцену разврата. И это при том, что композиция «Завтрак на траве» в определенной степени являлась обновленной версией работы Тициана «Сельский концерт», написанной около 1510 года. Неприятие публика явилось причиной того, что Мане, а вместе с ним и Дега, сблизился с группой молодых художников, которые собирались в кафе Гербуа и без устали спорили о живописи, критиковали академизм и разрабатывали принципы нового искусства. Джеймс Тиссо, Огюст Ренуар, Альфред Сесли, Поль Сезанн, Фредерик Базиль – непризнанные. Они враждебно относились к салону и традиционному направлению живописи в целом и вскоре пришли к выводу, что им следует обратиться к современным темам и техникам, ведь то, что одобрялось официальным жюри, давным-давно устарело. В 1860-х годах Дега по-прежнему рисовал множество портретов, которые отличались все той же гладкой манерой письма, скромной и неяркой палитрой. Большое количество картин данного жанра частично объясняется влиянием отца. Он полагал, что лишь благодаря рисованию портретов сын может обеспечить себе не только приличный заработок, но и завести выгодные знакомства в высшем свете. Дружба с молодыми независимыми художниками привела к тому, что в работах Дега со временем стало появляться нечто новое. Так, в автопортрете 1863 года привычный темный фон, характерный для ранних полотен французского живописца, очерчен вертикальными линиями. Вероятно, это окно с видом на пейзаж.
необычная композиция. Мастер представил себя в виде аристократического и несколько надменного молодого человека, который элегантным жестом снимает цилиндр, то ли перед зрителем, то ли перед собственным отражением в зеркале. В силу этого работа известна также под названием «Приветствие» и «Автопортрет с приветствием». Картина осталась незавершенной. Это заметно по переработанному изображению шляху. Портрет сестры Дега и ее мужа Эдмонду – одно из ранних полотен, которое мастер корректировал на протяжении всей жизни, но оставил незавершенным. Законченными элементами картины являются лишь лица моделей, в то время как платье и шаль Терезы представляют собой неопределенную цветовую массу. Кроме того, не ясна роль размытой женской фигуры в дверном проеме справа от Эдмонду. Особняком стоит, пожалуй, лишь одна ранняя работа – «Двое мужчин». Чтобы передать естественные позы и жесты героев, художник запечатлел их в неформальной обстановке, скорее всего, собственной мастерской. В работах 1860-х и начала 1870-х годов Дега также неоднократно стремился подчеркнуть характер героев и род их деятельности с помощью детально разработанной обстановки. Таковы, например, коллекционер гравюр и портрет Джеймса Тиссо. Старомодного коллекционера окружают отпечатки цветных литографий, Пьера Жозефа Редуте и образцы ярких японских тканей. А вот светскость Тиссо подчеркивает непринужденная поза, небрежно брошенный на стол цилиндр с атласной подкладкой и плащ. С черными, как смоль, волосами и длинными монгольскими усами художник показан на фоне полотен, демонстрирующих его вкус. Здесь и картина в японском стиле, и сцены современной жизни, и копия портрета Фридриха Мудрого, кисти Лукаса Кранаха-старшего. В 1868 году свет увидел портрет Жозефа Анри Альтеса, первого флейтиста и концертмейстера Парижской оперы, выполненный в духе мастеров эпохи Возрождения. 2 года спустя этот же музыкант появился в картине «Оркестр оперы», которую Дега написал специально для центральной фигуры фаготиста Дезире Дью. Живописец с непревзойденным мастерством впервые изобразил то, что даже в самом театре принято тщательно прятать – оркестровую яму. Вертикальный холст четко разделен на 3 части. Нижнюю занимает фрагмент зрительного зала, среднюю – собственный оркестр, верхнюю – край сцены, за которой наблюдает одинокий зритель слева.
Ни один художник прежде не относился с таким пренебрежением к танцевальному действию. Объектом внимания стали музыканты и их инструменты, а само представление обрезано и задвинуто на второй план. Взору предстают лишь ноги балерин на сверкающей сцене и их туловище в розовых и зеленых пачках. Чтобы поместить Дезире в центр композиции, художнику пришлось изменить обычное расположение инструмента в оркестре. Фагот, как правило, размещается за виолончелью и контрабасом. Впереди его на стуле сидит контрабасист – Уфе. Закрученный гриф его инструмента стал своеобразной визитной карточкой живописца. Каждый изображенный на картине музыкант уникален. Дега сумел создать не столько групповой портрет, сколько индивидуальные портреты в группе. Когда картина была закончена, Дио забрал ее, лишив художника возможности вносить изменения. В 1868-1869 годах появился двойной портрет четы Мане. Закинув правую ногу на диван, Эдуард слушает, как Сюзанна играет на пианино. Увидев картину, Мане остался недоволен изображением супруги. Он заявил, что Дега не в состоянии нарисовать женщину, поскольку не способен ее полюбить, и оторвал неудачную, по его мнению, часть холста. Приблизительно тогда же в творчестве живописца зазвучала тема женщины-труженицы. Правда, ранее изображение гладильщицы еще напоминает портрет. Со всей тщательностью исполнено лишь лицо девушки, а вот деталям и ее позе внимания уделено недостаточно. Сам момент работы заинтересует Дега много позже, а пока взгляд героини направлен на зрителя, словно она специально сделала паузу, чтобы позировать художнику. В 1869 году Дега написал картину «На скачках в сельской местности». Это была первая его работа, проданная при помощи художественного дилера Поля Дюран Рюэля. За несколько десятилетий знаменитый коллекционер приобрел около 400 полотен мастера, а его общее собрание импрессионистов составило примерно 12 тысяч произведений. Дюран Рюэль нередко помогал художникам деньгами, когда те оказывались на мели. Оплачивал им аренду квартир и мастерских. Надо сказать, что такая помощь была очень существенна, ведь импрессионисты не пользовались популярностью, а спрос на их работы был невелик. «На скачках в сельской местности» – это не только прекрасно написанная сцена из повседневной жизни, но и великолепный семейный портрет. На картине изображен друг художника Поль Вальпинсон с женой и сыном. Отец семейства сидит на месте возницы. Вероятно, лошадей пришлось остановить, чтобы няня смогла накормить малыша. Интересно, что хлыст в руках Вальпинсона напоминает кисть. Его кончик написан белой краской и совпадает с цветом неба.
концу 1860-х Дега мало продвинулся в карьере живописца. Он постоянно экспериментировал с жанрами. Исторические полотна, портреты, совмещение портрета и натюрморта и техниками – масло, карандаш, пастель. Однако все это помогло ему в выработке собственного стиля и поиске тем. Мастер все больше сближался с импрессионистами, понимая и принимая их художественную манеру. А отец по-прежнему поддерживал его, считая гением и защищая от нападок многочисленных родственников.